нас площадка Градационного совета. Это площадка рабочих совещаний, где диалог может быть короче, ближе друг к другу, быстрее можем задать прямые вопросы дополнительные. Главная цель Координационного совета – упростить и ускорить общение городской администрации Мурманска и областного правительства по важным вопросам развития города. Ведь необходимо искать решение вопросов, актуальных не только сейчас, но и выстраивать стратегию на годы вперед. Круг тем, над которыми предстоит трудиться членам совета, широк и касается всех важных сфер. Здесь много вопросов, связанных с социально-экономическим развитием как таковым. Это развитие Мурманска с учетом создания территории опережающего развития, это строительство нового жилья, строительство новых социальных объектов, образования, культуры, спорта, это комфортность проживания населения, это, безусловно, и благоустройство, и создание новых общественных территорий, это решение вопросов по земельным участкам Министерства обороны. Очень много вопросов, которые нам предстоит решить. Возглавила Координационный совет вице-губернатор Оксана Астахова. Ее задача – контролировать реализацию нацпроектов в Мурманске и проследить за распределением финансирования. Напомним, до назначения на пост заместителя губернатора Оксана Александровна руководила региональным Минстроем. В состав входят у нас все ключевые фигуры администрации города Мурманска и правительства Мурманской области. То есть это все направления будут задействованы, независимо от сферы деятельности каждого из членов совета. То есть все поступающие вопросы от правительства к администрации города и также от администрации городской власти к правительству области, они будут обсуждаться в прямом диалоге. На первом заседании Координационного совета рассмотрели более 20 вопросов, касающихся образования, туризма и благоустройства Мурманска. Работа совета продолжится уже на следующей неделе. Янина Морозова, Павел Третьяков, ТВ-21+.